Юрий Гагарин стал первым космонавтом планеты. 12 апреля 1961 года началась новая эпоха в жизни людей. Эпоха полетов в космос. И имя Гагарина неразрывно связано с именем Королева. Нету. Я Заря один. Как слышите меня? Буду вам транслировать команды. Прием. Заря-1, я Кедр. Вас понял, занимал исходное положение, занял, поэтому несколько задержал с ответом. Прием. Люч на 13. Люч на 13. Есть 13. Зажигание. Кедр. Я Заря-1. Зажигание. Понял, вас дается зажигание. Предварительное.